В Алматы вокруг зоопарка никак не утихают страсти. На этот раз работники зверинца потребовали приватизации жилья. Участок с домом находится в юрисдикции зоосада. Но руководство питомника не желает передавать надел и в частную собственность. Сегодня бывшие и нынешние сотрудники зоопарка заявили, что несмотря на запрет, больше 10 человек уже оформили на себя участки. Непонятна позиция, да, непоследовательность позиции зоологического парка, который утверждает, что особо охраняемая природная территория, которая не подлежит приватизации, и в то же время предоставление земельных участков, которые, как они утверждают, особо охраняемые, реализованы и переданы в частную собственность. Сын директора зоологического парка Альминбаева Тимур, сноха Альминбаева получала земельный участок, также замдиректора зоологического парка, по нашим данным, главный бухгалтер. Предмет спора – дом на участке в 20 соток. В нем сейчас проживают 4 семьи. Все они бывшие действующие сотрудники зоопарка, которые работают в зверинце больше 20 лет. По словам их адвоката, по закону они имеют право на приватизацию и уже даже выигрывали дело в суде. Но позже Верховный суд отменил решение и направил его на повторное рассмотрение. В свою очередь представитель зоопарка говорит, что дом находится в аварийном состоянии, поэтому приватизации не подлежит и просит дождаться решения суда. Ну вот вы говорите, что директор зоопарка, он против того, что, понимаете, это не в его компетенции. Он решает все согласно, было решение суда. У нас есть заключение, в суд выставляли это заключение.